турнире приняли участие более 200 атлетов в возрасте от 10 до 18 лет, всего 7 команд. Сочи был представлен командами из 5-й, 17-й спортшкол и клуба «Тайфун». Приехали на первенство также спортсмены из Москвы, Геленджика, Армавира, Туапсе и Туапсинского района, Новопокровского, Апшеронского и Гулькевичского районов края. Турнир организован в память сочинского тренера Александра Криворотова, вице-президента городской федерации тхэквондо ГТФ. Более 20 лет своей жизни он отдал развитию спорта. Воспитал огромное количество спортсменов, среди которых обладатели черных поясов, чемпионы всероссийских, европейских и мировых чемпионатов. В качестве почетных гостей на турнир были приглашены мать и дочери Криворотова. По результатам первенства в командном зачете медали остались у хозяев турнира – сочинцев. Первое место – команда тренера Валерии Юсеф. Серебро у команды тренера Игоря Верьютина и бронза у воспитанников Максима Янсона. Со следующего года турнир памяти Криворотова приобретет статус всероссийского.